Хорошие новости для сельхозтоваропроизводителей региона. На компенсацию части затрат на приобретение дизельного топлива ивановским аграриям выделили 18 миллионов рублей с федерального бюджета. Еще 1 300 000 в качестве софинансирования поступят из областного бюджета. Субсидии связаны с подорожанием топлива. На возмещение части затрат могут претендовать сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, которые не уменьшали площадь обрабатываемых земель. Выплаты будут носить заявительный характер. Распределение средств будет зависеть от площади обрабатываемых гектар и, соответственно, от той документации, которую предприятие предоставит в департамент. В принципе, схема распределения этих средств схожа с схемой распределения по гектарной поддержке, не связанной поддержке, и она также зависит от площади обрабатываемых земель.